Всем привет, всем доброе утро. У меня вот такой завтрак, но это не завтрак, это мой утренний кофе. У нас же сегодня рыбка с салатиком на целый день. Рыба 500 грамм. Какой вы хотите, я вчера сказала. Потом я вам еще подробно расскажу, что к чему и почему. В общем, сначала выпиваю кофе, потом делаю салат. И где-то после кофе, часа через полтора, поем салат. Ну, а на обед буду делать рыбу. Как буду делать рыбу, вам, конечно, покажу. Так, что-то еще хотела сказать. А, как ваши результаты? У нас сегодня второй день нашего марафона. У меня хороший результат. Я вам потом тоже все о нем расскажу. В общем, нужно кофе сначала выпить с утра. Пауля я уже отвезла, поэтому быстренько кофе, потом встретимся. Так, я сделала салат. У меня сегодня салат состоит из свеклы. Девочки, свекла сырая, шпинат, морковь, капуста, помидорки и огурчики. Что я сделала? Чем я заправила? Посолила, поперчила, заправила вот таким вот оливковым маслом. И смотрите, у меня осталось две помидорки. Ну, они вкусные, и они быстро съедаются. Ну, и на салат беру. Вот, смотрите, прям салат окрасился в розовый цвет. В общем, завтрак у меня будет сейчас просто салатом. Кофе я уже выпила. В общем, сейчас поем салат, а потом буду заниматься делами. И потом будем вместе готовить обед. Ну что, как ваши результаты? Вы довольны первым днем? Кстати, по первому дню. Эти 5 яиц, вы видели, я разделила 2 на завтрак, 2 на обед, 1 на ужин. Одно яйцо на ужин. Все, я ела это с салатом, причем пила воду, чай. До обеда я всегда выпиваю чай пуэр. Кто не знает, ну, меня просто спросили. Да? Я понимаю, что сейчас кто-нибудь это расценит опять как рекламу. Да, пускай будет эта реклама. Но я пью вот такой вот чай. Ну, просто-напросто я потом сравню ваши результаты и мои результаты. Вот такой чай пуэр. Заказываю я его на европейском сайте Atomi. Кто еще не зарегистрирован, но хочется пользоваться этой продукцией, обращайтесь ко мне. Лично пишите мне на WhatsApp, я помогу вам или приобрести товары, или помогу вам с регистрацией. Я всегда его развожу горячей водой, где-то приблизительно 60 градусов, может быть 70, я так не зацикливаюсь, но не кипяток. Он просто хорошо растворяется, пьется он нормально, он типа черного чая, никакого вкуса, привкуса у него нет, но он очень хорошо выводит лишнюю влагу из организма. И также помогает в работе кишечника. Так, ну что, теперь по результатам. Я со вчерашнего дня чувствовала себя, кстати, отлично. У меня не было чувства голода. Я потом, когда читала ваши комментарии под моим вчерашним видео, между прочим, все писали, что нет никакого чувства голода. Ну и правда, не было никакого чувства голода. Все было отлично, все было замечательно. Вечером я выпила 2 бокала моих любимых больших, 2 бокала чая, сейчас скажу, мятного, вот, мятный, Володя его называет зеленый. Тебе, говорит, твой, ну, у нас Володя по вечерам за чай отвечает, говорит, тебе твой зеленый чай заварить, но это значит мой мятный чай. Я что-то сейчас в последнее время на мятном чае сижу. Можно, кстати, пить, даже не можно, а нужно пить чай из шиповника, потому что он тоже выводит лишнюю жидкость из организма. Очень рекомендуют чай из шиповника или настой, или отвар из шиповника пить мужчинам. Вот. Так, ну что, мой результат. Со вчерашнего дня на сегодняшнее утро, в общем, со вчерашнего утра на сегодняшнее утро я похудела. У меня минус 1,2 кило. Но я считаю, что это хороший результат. Я даже не ожидала, что будет такой результат. В принципе, да, в принципе, мне не нужны эти 10 килограмм. Просто это такая сейчас трендовая диета. Сейчас все куда ни ткнись, все сидят на этой диете или начинают сидеть на этой диете. Кто-то один запустил, и такая волна подхватила, и все полетело, поехало. Так, в общем, как-то так. Пишите ваши результаты. Очень хочется узнать именно ваши результаты. Как там у вас протекло? Не болела ли у вас голова?
или, ну, я себя сейчас тоже чувствую нормально. Я еще не завтракала, но уже выпила свой кофе. Сейчас я сделаю салат и поем, ну, кофе выпью. У меня два кофе. Мне кто-то написал: Таня, я хотела тебе написать, что, ну, я знаю кто, что как ты без кофе. У меня кофе при любой диете присутствует. Я от кофе не отказываюсь. Но кофе — это мое любимое, мой любимый напиток, от которого я просто не могу отказаться. Я могу от него отказаться только по каким-нибудь, ну, очень серьезным проблемам, если там что-то по здоровью. А так я от кофе не отказываюсь. Пью я его с растительным молоком. Вы тоже все прекрасно знаете. Ну, в общем, два кофе я уже выпила. Сейчас еще салатик сделаю, поем. Ну и на обед я уже достала себе красную рыбку размораживать. Я ее прям сразу размораживать положила в аэрогриль, потом вам покажу. Я ее сразу уже присолила, приперчила. Все, потом буду... Ну, в общем, все будем делать вместе, обедать будем тоже вместе. Читаю свои комментарии с утра. Вы же сказали, жареную рыбу нельзя, а сами сказали, что будете делать жареную рыбу. Девочки, я как сказала? Ну, ёлки-палки, если вы уже как-то в теме, то, ну, вы тогда уже дослушивайте до конца, а то вы, может, сначала слушаете, потом перематываете, концовку слышите и слышу звон, но не знаю, где он. Я сказала, я буду делать себе жареную рыбу. Она у меня была запечена в аэрогриль. Я сказала, рыба пойдет любая, но не панированная или в кляре. Это нельзя. А то вы еще пофритируете рыбку, поедите, а потом скажете: Таня, что ты нам какую-то ерунду рассказала? Мы нифига не похудели. Слушайте до конца и делайте то, что... И если вы хотите, то делайте так, как делаю я, или, по крайней мере, придерживайтесь этих правил. Я сказала, что я не люблю отварную рыбу или рыбу на пару, я не люблю, поэтому я буду ее себе жарить. В аэрогриль я ее буду сегодня делать. Покажу вам все. Так, ладно, у меня сегодня еще, я получила сейчас только посылку из Кореи. Сейчас займусь, ну, вам покажу так вкратце, займусь посылкой, а потом будем, ну, а потом все дальше. А потом все дальше по плану. Обед, ужин, ну, и худеем, и ждем, пьем воду, не забываем пить воду. Я уже вчера сказала, записывайте, сколько вы пьете воды. В любой диете главное пить достаточно воды. Если вы меньше выпьете воды, чем 2 литра за день, то результаты у вас не удивят. Вы будете как бы из себя... Как бы это правильно выразиться? Ну, в общем, насиловать на эту диету, где-то сдерживаться, не есть то, что вы привыкли есть каждый божий день. А из-за того, что вы не пьете воды, у вас не будет ожидаемого результата. Ну, все. Наконец-то я получила посылку из Кореи. Ну, у меня там еще, по-моему, 3 штуки. Жду, девочки, жду. Сама жду. У меня тоже там подарки для мужа и для сына в той посылке лежит. Ну, вот в тех посылках, в какой именно, я, естественно, не знаю. Смотрите, получила вчера от Софичика подарок. Вот такой. Она пришла со школы. Мне говорит: Ома, это я тебе нарисовала. Я говорю: ну, спасибо, солнце мое. Так, что же мы заказываем на корейском сайте от Томми? Сок Нони. Кстати, девочки, у нас хорошая новость. Сок Нони на следующий год, в 2025 году, войдет на наш европейский сайт. Кому интересна информация, для чего, почему и зачем, я очень часто в своей группе в WhatsApp скидываю очень много полезной информации. В общем, какая сказать, часто. Каждый день я сбрасываю какую-нибудь очень полезную информацию. Кто читает, делает для себя какие-то выводы, кому что надо, ну, то и заказывает. Акропасы. Это такие патчи с иголочками, с микроиглами, с гиалуроновой кислотой, которая растворяется у вас под кожей. На ночь их делают. Так, ну, это вы знаете, для глаз. Это витамины для мозга, головы.
Так, это набор масочек. Это я себе заказала. Вы знаете, мне сейчас так нравится вечером делать маски. Я сейчас делаю прям эту золотую маску. У меня тоже есть. Я прям нарадоваться ей не могу. Мне очень нравится. Прям после умывания наношу тонким слоем на лицо. Буквально 2-3 минуты даю подсохнуть. Если тонко нанести, то хватает. Ложусь спать. И все, просыпаюсь, утром умываюсь. А вот эти вот три масочки, которые французская роза, это с глина и это с медом, ханука медом. Еще не пробовала. В принципе, я вот это заказывала на подарки вам, но никто никак не отреагировал, поэтому все подарочки, ну вот именно эти подарочки, масочки останутся у меня. Буду ими сама пользоваться. Так, тушь. Это я тоже, кажется, себе заказывала. Не, у меня потом еще заказали тушь. Ну, я была первая. Но я посмотрю, может быть, я свою кому-нибудь отдам, если там соберется полностью, ну, комплект заказа. Листовой порошок. Прям в прошлый раз у меня посылки было много его. И в этот раз тоже есть. Сафора. Это витамины для женского здоровья. При климаксе. Очень рекомендую. Так, турмацин это для суставов, но это тоже для глаз. Ананас для похудения. Шпрей для горла. Отличный. Сабрина у меня как-то на катке приболела. Ну, как приболела, горло у нее стало болеть. Сразу я ей дала такой баллончик. Здесь три шпрея, три баллончика таких маленьких. Сейчас покажу, у меня открытый есть. Вот так выглядит. Брызгаете в горло. Он такой сладковатый на вкус. У меня горло еще не болело, но я на вкус попробовала. Мне же было интересно, что же это такое. Ну и прямо у Саврины прям моментально горло прошло. А, кстати, начала немножко кашлять она. И выпила 2 стика колокольчика. У меня тоже есть. Я вам могу тоже показать, если хотите. И кашель прям моментально прошел. Триактивный кальций. Так. Там у меня коробки стоят, сейчас буду запаковывать все. Шпрей для шпрей от выпадения волос, тоже мои девочки прям очень любят. И расторопша. Все, сейчас буду запаковывать. Этикетки я уже распечатала и буду отправлять. Здесь у меня, видите как? Здесь у меня вот так. Потому что я уже приготовилась все это добро запаковывать. Так, девочки, рыбка. Я буду делать в аэрогриле. Посолила, поперчила. Все, закрываю. Включаю. Где у меня тут рыба? Все, поехали. Сколько она у меня тут будет готовиться? 10 минут. Ну все, девочки, смотрите. Вот такой у меня обед. И еще у меня 2 маленьких кусочка рыбы осталось. Это у меня будет ужин. В общем, в этом кусочке у меня 200 грамм рыбы. Написано было на упаковке, я не взвешивала. Сейчас посмотрю еще раз упаковку. Правильно я посмотрела? Что-то кусок сильно большой. Да, правильно посмотрела. 200 грамм у меня было здесь рыбки. Ну вот именно в этом кусочке. Всем приятного аппетита. Ну сегодня у нас прям вообще шикарный обед, я бы сказала. Еще такой и ужин будет. Ну замечательно. Я бы и без диеты это все бы съела, мне бы хватило. Чувствую себя отлично. Продолжаю пить воду. Пообедала, прям настроение поднялось, ну пообедала же, а то сегодня получился такой день, в общем, завтрака так такового не было. Вчера хоть завтрак был, а сегодня у меня получилось так, что завтрака у меня не было, но у меня, знаете, здесь это вот все с посылками закрутилось, завертелось, и я еще до конца не доделала, но уже много посылок собрала. Мне просто нужно будет сейчас еще на обед приготовить что-нибудь Софи придет сейчас со школы. Нужно будет покормить ребенка. Не знаю, что еще сделаю. Ну, сейчас посмотрю, что у меня есть. Так, хотела я еще, девочки. Блин, ну смотрите за собой, а. Вот, вчера был только первый день. Мне уже пишут, похудела, лицо обвисло. Но то, что уши и нос выросли, это я вообще в шоке. Не, ну честно. Нет, вот, ну правда, да. Оказывается, когда вы взрослеете, у вас уши растут. Но это, наверное, знаете, так, чтобы лучше слышать.
Глаза растут, говорят, чтобы лучше видеть. И нос растет, это, наверное, чтобы лучше, ну, носом слышать, обоняние. Короче, меня во мне все устраивает. Я говорю, я сегодня первый день после этой диеты, которую мы начали, да, после этого марафона. Мне уже вчера приписали, что я уже похудела, и у меня все обвисло. Девочки, я вам скажу такую, наверное, новость или не новость, что после 35-40 у всех где-нибудь что-нибудь обвисает. Где-то обвисает, у кого-то еще раньше нарастает впереди и сзади. И каждый живет со своей фигурой такой, какой он есть. И никто никого ни к чему, ну, не принуждает. Если вы сами себе нравитесь, то все нормально. Никогда не обращайте внимания на то, что вам говорят, что вы там толстая, жирная или худая. Между прочим, я вам расскажу такой случай. У нас, ну, у меня есть одна знакомая, которая, сколько, 3 детей родила, девочки, но вы не поверите, она худенькая-худенькая. Вот она очень худенькая. И она говорит, Тань, ты, говорит, не поверишь, лучше быть немножко в теле, чем такой худой, как я. Я, говорит, стесняюсь своего тела. Она говорит, я, говорит, не могу раздеться, пойти в бассейн с детьми. У меня, говорит, муж с детьми ходит, потому что я стесняюсь своего тела. Так что, девочки, какие мы есть, мы все прекрасные золотые. Какие бы мы ни были, толстые, худые, кривые, косые, ушастые, носастые, жопастые, блин, еще что вам сказать, мы все равно хорошие. Главное, чтобы душа была хорошая, главное, чтобы у вас сердце было доброе, а не такое злючее, как вот некоторые у меня есть там в комментариях. Девчонки, вам, если вот, ну, те, кто, вот если вам не нравится, блин, я же вас не заставляю смотреть, не заставляю. А те, кто смотрит и присоединяется к нам сейчас в наш марафон, по нашей диете такой трендовой, то, пожалуйста, присоединяйтесь, я вам буду постоянно напоминать. Первый день у нас было 5 яиц и салат, второй день у нас рыба и салат, рыба 500 грамм, меньше можете съесть, больше нельзя. Завтра, девочки, завтра, третий день у нас куриный, у нас куриное мясо. Берем куриную грудку, также кто отварную, кто немножко поджарит. Я отварную тоже не очень. Я ее завтра немножко обжарю с моими любимыми специями. Просто-напросто сделаю салат. Можно не обязательно делать каждый день свежий салат. Вы можете сделать замороженные овощи. Просто-напросто немножко подогреть их на сковородке. Вкусно. Я вот летом, когда у меня была вот эта вот фаза, я летом постоянно это ела и, между прочим, в тот момент отлично тоже похудела. Вот этой вот приправкой приправлю, она, ну, немножко, да, потому что много не надо, чтобы жидкость у нас не задерживалась, чтобы сильно соленой не было, чтобы жидкость не задерживалась. И все, и прекрасно. Самое главное, как я сказала, пьем воду. И наслаждаемся жизнью. Между прочим, нормальная диета, да, чувство голода я, по крайней мере, не испытываю. Сейчас съела свой обед, вообще сытая и довольная. И у меня было 200 грамм красной рыбы, ну, без шкурки я ее съела. Она жирненькая, вкусненькая, но это такой омега-драй, она нам полезна для организма. Кстати, что я еще сегодня утром сделала, так как у меня не было так такового завтрака, я выпила свою спирулину, 2 таблетки, 2 капсулы, запила 2 стаканами теплой воды, и до 11 часов я практически вообще никак не хотела есть. Ну и потом уже с салатиком, ну вы видели, в принципе, все. Как-то так. Я здесь по-быстрому, девочки, варю Софии спагетти, делаю. То мне сейчас уже за ней ехать нужно будет на вокзал. Этот умный ребенок меня последнее время гоняет постоянно, чтобы я ее на вокзале забирала. Хотя автобус у нас, но она говорит, что она этот автобус не успевает. Который у нас здесь мимо дома проходит. Я говорю, София, нельзя немножко так торопиться, побыстрее после школы выходить, чтобы успеть именно на этот автобус?
Ну, вроде бы у нас здесь и недалеко, но все равно я вот все бросаю. Вот сейчас она мне будет уже звонить. У нас уже без 22. Сейчас она мне будет уже названивать и говорить: «Ома, ты меня заберешь?» Нет, она предварительно спросила: «Ома, ты меня заберешь на вокзале?» Наверное, она уже, у нее уже, наверное, были какие-то планы. Я вообще так подразумеваю, что у нее какие-то подружки едут, наверное, на этом автобусе, а на том, может быть, она одна едет, которая мимо моего дома проходит. И она, наверное, поэтому специально на этот автобус не садится. Ну, в общем, короче говоря, дети хитрые, ну, а нам-то куда деваться? Придется мне ехать ее забирать. Вот все, она уже пишет мне: «Ома, можешь выезжать?» Я говорю: «Ну, ладно, все, сейчас поеду. Сейчас у меня макароны доварятся, соус закипит, и я поеду с ней на вокзал». У вас тоже так же? Девочки, я несусь прям на ходу. Я прям в шлепках, я даже не переобувалась. У нас еще сегодня биомусор забирали, в общем, пищевые отходы. В общем, Софи мне уже позвонила, говорит: «Ома, ты уже выехала?» Я говорю: «Нет». Все, я теперь несусь забирать Софийку. Выдохнули и поехали. Привет, солнце. Твои руки уже привыкли. Пристегивайся. Я тебе сказала, где ждать. Это я тебя увидела. Так фризер вон там. Я? Не тот фризер. Ладно, все равно. В следующий раз, если что, там, где брифкастен, да? Где? Ты мимо прошла, Софи. Найн. Где тот фризер, где Пауль подстригается? Я та, он где? Gegenüber vom Bahnhof. Du hast gesagt gegenüber vom Friseur. Nein, du hast so gesagt. Ой, София. Ты же на Бонхофе была. Ну ладно. Du hast so gesagt. Главное, что мы друг друга нашли. Не страшно. Ой, машина там едет. Ой. А я смотрю, идешь такая деловая. Там, где брифкастинг, если что, в следующий раз. Бруно не выдержал игру собак. Пошел, да? Броник, ты пошел? Соня, жарко. Смотри, что делает. Ах. Все, наигралась, Сонь? Наигралась? Все, Сонь, ты тоже ушла? Жорочка. И ты здесь ходишь, да? Остатки салата. Ну, мне Сабрина, конечно, помогла. Остатки салата, кусочек красной рыбы. Но у меня получилось меньше, чем 500 грамм в день. Здесь у меня, наверное, грамм, ну, может быть, 100. У меня получилось, я, наверное, ну, 300 грамм рыбки, я, наверное, ну, 350, скажем так, грамм рыбы я съела. Ну, или съем сегодня. И я себе немножко еще огурчиков нарезала. Все, всем приятного аппетита. Я пошла ужинать. Монтировать вам этот влог. Всем желаю успехов в нашем марафоне. Ну а на сегодня я с вами буду прощаться. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие.